В городском округе Люберцы продолжается акция «Наш лес, посади свое дерево». В этом году экологический проект проходит каждую субботу в период с 16 по 30 сентября. Одна из массовых посадок была организована на Комсомольском проспекте. Там работали мои коллеги. Солнечная погода, хорошее настроение, музыка и рабочий инвентарь. Что еще нужно для успешной посадки деревьев? На Комсомольском проспекте собрались трудовые коллективы городского округа Люберцы. Многие из них – постоянные участники этой акции. Надо украшать город, озеленять, чтобы было здорово и красиво в нем жить. Не осталось в стороне и большая семья Шибаевых. На посадку деревьев пришли всей дружной командой. К участию в экологическом проекте подготовились основательно. Надо сначала копать, потом дерево посадить, потом закопать. Ну, город, очень много здесь бетона, хочется побольше зелени, воздуха. Ну, чтобы дети понимали, что природа – это важно, что это ценно, и поэтому приобщаем их. На аллее, расположенной между автомобильными дорогами, высадили около 100 саженцев липы. В этом году акция «Наш лес» проходит только в черте городского округа. Потребность жителей, обращение жителей. Конечно, мы прекрасно понимаем, что люди из своих окон, проходя мимо дорог на работу, хотят видеть озелененную территорию. Поэтому решили, что да, в этом году мы по городскому округу, по городским территориям и по дворовым территориям будем высаживать деревья и кустарники. Всего в этом месяце в городском округе планируют высадить более 1000 зеленых насаждений. Узнать о местах проведения экологической акции можно на сайте администрации Люберец. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.